Да ничего у них не решится. Дело в том, что среднестатистический украинец, он понятия не имеет, что его ждет, если они войдут в Евросоюз. Они не понимают о том, что будет очень четко все регламентировано в плане там, фермерства. Да? Ведь вы наверняка знаете, да, что в Евросоюзе никто не имеет права делать, там, выпускать продукцию больше, чем это нужно Евросоюзу. Да? То есть просто все уничтожается. Уничтожается и сельхозпродукция, уничтожается и поголовье скота, потому что это невыгодно просто становится Евросоюзу в целом. То есть есть четкий регламент. Они немножко не понимают, что у них уже выросли и вырастут в дальнейшем все коммунальные платежи. То есть это коснется каждого человека. Вырастут налоги, что они не смогут там, так, там, спокойно торговать с Россией, да, они вынуждены будут свои неконкурентоспособные товары каким-то образом пропихивать на западный рынок, но они никому не нужны. То есть они еще реально не столкнулись с Евросоюзом, они не понимают немножко, вот рядовой украинец, они просто не понимают, что это ударит по карману каждого из них. Они думают, что у них будут молниеносно зарплаты в 2-3 тысячи евро, но не будет этого. Не будет этого. То есть страна, находясь вот в таком нищенском положении, в каком она сейчас находится, они просто упадут в бездну. Они немножко не понимают экономическую ситуацию, не понимают, что есть такой Евросоюз. А когда они столкнутся, тогда будет уже поздно, и начнутся митинги, манифестации в обратную сторону.